Всем привет! Мы завтракаем. Не на голову, а в горячий ключ. А почему его называли горячим? Ключ. Не знаю. Его что там открывают? Можно полотенчик, будем есть яичницу с домашних яичек и кофе с молоком. Чего? У тебя паутина с той стороны. В багажнике? Ну вон, посмотри. А, на стекле прям, да? Ну, хозяйка, бля, что? Я ж хозяйка, за. Марсик, ты с нами поедешь? Марсик гулять пойдешь. Шляться. Ну что, наше маленькое путешествие сегодня начинается. Закончено. Дети, вы хотите ехать? Да, у них есть выбор такой. Такое ощущение, как будто они выбирали. Не, ну главное, что я в жилетке еду. Да? Так, может, тебе просто по станице походить и все. Что? Парк? Да. Мост как-то будут разворачивать. На это. Это мы сейчас где? А, ну как, на Уральскую, да? Да, и либо поднимут его. Тут новая развязка. А тут это менты вчера стояли. Тут, там, наверное, знак какой-то или поворот запрещен. Или... Потому что они все время что-то тут... Ну да. Скорее всего, там знак. Мы уже в Адыгее, да? Тут какая-то такая прям пробочка. В Адыгее же мы уже, да? Да. Потому что тут уже началась вот эти вот всякие там... Магазины. Рыба, здесь был еще сыр, там написано. А там дальше они будут. Ну да. Пробка. Не кнопка, а пробка. Так, ждем папу. Нас остановила милиция. Полиция. Так что ждем. Полиция, да, а я за же. Что, да? За что? Ну, наверное, не знаю. Сейчас папа придет, нам все расскажет. В Адыгее. Мы уже в горячем ключе. 11 часов и едем на гору Петушок. Начнем оттуда, в общем, наше путешествие. Петухов начнем. С петухов. Нам-то своих-то мало. Тут уже все цветет, красота. 20 градусов сейчас показывает. Так. А где парковка? А, вон там, ну, вот, да? По идее, сюда. Туда. Ага. Сейчас мы припаркуемся и будем дальше смотреть. Ехали по навигатору. Просто нашли, где там гора Петушок. И по навигатору. Вот ему название придумали. Так, мы оплатили, в общем, 150 рублей целый день. Стоянка, да? Теперь поднимаемся. Так, сейчас поставим машину. Ну да, станешь. Дальше пешком. А вот на Тикио. Поставим, я как раз хочу Киев, поставим возле нее, да, мы там не проедем. А, да. Там что-то тут. Ну да, ой. А вот выезжает, наверное, да? Ага, ну вот и тогда куда-нибудь, короче, сейчас куда-нибудь поставим машину. Все, идем в калиточку, в общем, машину вот поставили, 150 рублей стоянка на целый день, да. Теперь идем в калиточку, и тут уже начинается красота. Как красиво. Все в кораблях эти использовали все. Ты такой мой хороший. Ух, обожаю. Так, не подлизись. Карусели уже работают. Круто. А потому что все хорошо. Да. Указатели тут есть. Идем на петушок. Пошли. Машина клевая. Да здесь обычно, вот смотри, включилось. Я купил, я захочу. Ну, они, наверное... Так, бедные. Идем. Я идем. Ой, тут какие-то мишки. Да. У меня масло. Ой, ну дышится вообще так здорово как-то, да? Да, вот тут и чувствуется. Какого-то минерала. Наверное, где-то горная река рядом. Ну, псикупс вот это ж. Здесь же она. Что-то я просто... Красота, куча-куча всего деревянного. Ну, умеет. Ничего не трогай, сынуль. Просто смотри, ладно? Я вижу. Просто смотри. Сойдет, я улучаюсь. Угу. Так, а вот он, горный парк. Ага. Надо Кирюхе это ложку. Тут есть Кирилл? У него что-то зуб вылез. Надо же теперь ему ложку дарить именную. Я смотрю, Кристина, Кирилл, вот он. Давай купим. А сколько стоит? А я не знаю. А спроси. Кирилл. Уже налила.
Это все туда идти, да? А куда нам туда? Или может нам надо туда было, на этот, наверх? Ну сейчас пойдем искать, в общем, петушка. Ну, пойди, вот ответственно. Надо же на нее же с какой-то что стороны добраться, да? Нет, да. Ну... Вон люди, вон вверх даже идут, да? Ну да. Все, идем в горы. Вон цветочки какие-то на нем. Ой, как хорошо, но даже так трудненько идти, да? Да. Речка, речка. Ой, речка, речка. Тут, тут. Речка. Вот это скала Петушок. Все, как мы хотели. Все, как мы хотели. На Петушка дошли. Поднимаемся теперь по ступенечкам. Я держу его, конечно. И камеру держу, я фоне держу. Ох ты, как тут красиво. Слушай, это ж отсюда прыгает, да? Вода бежит, зай. Угу. Мы думали, что она стоит, бежит. И очень сильно. Поднимаемся дальше. Еще выше, еще одна беседка вверху. То есть мы вот там ниже были, по ступенькам поднялись. Да. Поднялись. Да. Но лучше возле воды не быть. Да, это опасно, да? А то может кто-то тебя нечаянно столкнуть. А вон, и кто... Спускай. Тут еще куча тропинок всяких вообще. Круто. Только не кричи, ладно, там кто-то спит. Давай, мы прям в лесу, тянет. Да? Ну да. Так и тянет. Полазить? Да. Все местные. Сейчас будем фоткаться. Не надо. Сухое, да, сынок? Нет. Сухое? Да, сухое. Тут сухое. Остановитесь возле этого, я вас сфотографирую. Отпускаться легче намного, чем... Пап, ты только Афоньку, или он сказал, что он сам? Ага. Я так рада, знаете? Так. Тебе не надо так. А Воля, спускайся. Спускайся. Да не надо ему так показывать, Гриш. Тихо-тихо. Легкая, не надо. Не, ну тогда надо снять. Снимай. Пап, я чувствую себя человеком-пауком. Так, а теперь мы спустились. То есть вниз уже пошли по ступенькам не вверх до петушка. А вот этот петушок получается. Что? Вообще красиво все видно. Да, а теперь мы вниз, чтобы посмотреть снизу. Ну вот он и похож, как будто гребешок петушка, да? Да, Зай? Ну вот, как будто петушок, вот сверху гребень. Мам, смотри, как тут красиво. Как тут красиво. Не надо, не там надо. Грязь сейчас. Афоня, ты куда? Да, вон же старый замок. Можно было машину там оставить, и там есть мостик, перейти на эту сторону. Ну да. В пивную ванную. В пивную ванную, да, вот она. Чего? Ух ты, он все равно как-то, да? Все равно движение есть. Глянь, какая красота. Давай сфоткаемся. В общем, идем до старого замка через мост. Пули стоят. Вот, теперь точно видно, что это петушок. А то мы с каких-то всех ракурсов были, да? Петушок. Да, что он сверху гребень, как у петушка. Мам, мама, это клюв, как у петушка. Да. Клюв, гребень, наверху. А вот... Обед. Нет, наверное, мне только не в два. Два в два ложите, да. Мне надо. Тебе надо? Да. Ой, иди ты уже. Тебе зачем лук? Ты его не будешь. Я тебе дам лук, хорошо?
кушаем. Все. Шашлык очень вкусный, прям вообще. Ну, не вкуснее, конечно, чем у меня. Не, ну мягенький, да? Шея такая. Хороший. Ну, так, идем теперь до машины. Рыцарь, да? Да. Ничего только не трогаем. Ну да. Он охраняет, видишь? Так, ничего не трогаем. Пошлите дальше, котики. Чтобы ничего у него пошли. Не отпало. А, денежки кидают? Да. Папа, деньги всем выдает, что все. Ты все? Бумажные катят. Бумажные? Наверное. Ух ты, упала, да? Все, хватит, блядь, ты гляди еще. Дайте мне. Интересно, кто-то. Ну, идут. Ты знаешь, сколько их там, наверное, уже? Все, пойдемте. На дне. Может, там кто-то сейчас... 100 рублей. Да? Осетр. А это что? Осетр. Есть осетр. Нельзя их кормить, афонь рыбок нельзя кормить, ты слышишь меня? Нельзя. Тебе сказали? Это что? Это рыбки. Золотые рыбки. Золотая рыбка, я понял. О, да, золотая рыбка. О, вон монетки тоже. Сейчас быстро. Кораллы. Рыба, ласточки. Это рыбка клоун. Глянь, Немо. Это Немо. Крылатка сзади. Ничего не трогаем, Афонь. Только не трогай. Так, смотри. Читай, что тут. Пиранья, папку. Папа. Большая пиранья. Папа. Южная Америка. А. Это рыба клоун. Клоун? Это клоун, да, ты откуда знаешь? Рыба-клоун. А это крылатка. А, у меня. Мама, а почему я устал? Откуда? Мама, он это блестящий. Угу. Блестящий – это метинис, серебристый. Мама, знаешь, почему я устал? Это рыба-клоун. То, что нам рассказывали, это нам рыба-клоун. Да. Хочет вылезти. Говорит, ребята, это тоже? Папа, черепахи. Наконец-то мы увидели пангасиуса, которого мы кушаем. Угу. Сержиня, вот же пангасиус, которого мы кушаем. Это вот попугайчики, рыбки. Рыба-попугай, да? Оранжевый. Я пойду к своей... Черепашки. Да. Говорю, детям не стучи. А папа стучит. От крокодила только голова осталась, а здесь черепаха живет. Вот это рыбка. Мы пришли к столбу. Ну, сейчас мы его покажем. Глянь, какая. Тут что-то написано, да? Ты поняла меня? Видишь? Поехали. Как это? Да. Не знаю, он хорошо. Какой-то каменный, да, вот из какого-то? А это кто-нибудь перевести может? Ну да, какой-то камень такой, не бетон, в общем. Здесь? Не надо ничего. Это... Здесь были, а? Так, что мы здесь будем, тарелочки есть? Есть тарелочки? Так, мы пришли в питьевую галерею. Санаторий «Горячий ключ». Лягушечка. Лягушка, да. Пошли посмотрим, что это такое. Что за галерея? Короче, что, разные эти, да? Холодная, теплая.
пользоваться только стаканчиками. Резьба по дереву какая красивенная. Вот этот герб, это вообще просто. Не, ну не ручная, но красота все равно очень. Пасхальная. Ну, 2500 вот эта доска. Ну, представь, какая красивая вот. 2500 вот эта красота. Угу. Кодильчики, тут лягушечки такие. В общем, мы ничего не пробовали, потому что мы вообще не любим минералку, даже не пьем ее, поэтому посмотрели и пошли дальше. Пошли. Зови их. Ты не би... Афонь, ты не в них же. Ты сейчас их убьешь куском хлеба. Вы стойте на одном месте и кидайте, и зовите их. Гулю-гулю-гулю-гулю-гулю-гулю. Афоня, маленькими-маленькими кусочками. Им такие кусочки... Нет, это большой. Им такой в рот не поместится. Нет. Малюся вот такой. У них маленький ротик. Гулю-гулю-гулю-гулю-гулю-гулю-гулю. А, голубиный ресторан. Да, тут даже написано. Голубиный ресторан. Маленькими надо крошечками, чтоб надолго. Вот он тоже надолго хватит. Папа растолок, и теперь все кушают в голубином ресторанчике. Малюсенькими, прям крошечками. Красота. Там фотографируется. С фонтанчиком. Угу. Это горячий ключ, да? Да. Аккуратно. Не, лучше ты папа, это на рыбу. Папа! Уже много бананов. Нет! Папа! 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 Давай, кто первый, пап? Тот выиграл, да? Ты долго бегал? Что это такое цветет? А, магнолия. Магнолия, ты видишь, бутоны такие. Красота, все дерево цветущее. Далеко? Назад. А ну перейдем. Склеиваются уже бутылки сзади. Так, пошлите. Курорту 140 лет. Ну да, ну, привет, зайчик. Пойдемте вот туда вот. Мне 33. Да. Привет. Афон, не надо, пожалуйста, тут лазить, я буду переживать. Пойдем. Ты красивый, пойдем. Так оно так и делалось, просто не слышно. Давай сюда ручку. Теперь очередь фотографироваться. Афончик, а вот здесь папа, иди сюда, вот. Теперь очередь фоткаться в этих красивых-красивых цветочках. Будем в очереди стоять. Вот оно, предгорье Кавказа, санаторий. Большой, да? Ну, такие новые, да? Обделано все. Ну, обделано. Ну, вот этот корпус, по крайней мере, точно. Это отель? Ну, санаторий, там лечат даже. Санаторий отличается от отеля, что там есть и комнаты, и лечение тоже. Да, ну там... Пьют минеральную воду тут. Насильно заставляют. Но мы отказали. Так мы, возвращаемся и любуемся. Все, пойдемте теперь в машину. Да, вот беленький соус стоит. Да? Не трогай. Да, только это не трогай, ладно? А? Да, соус. Не, это не трогай, сына. Да, беленький соус стоит. Мы сейчас приехали в парк 30-летия Победы в Горячем Ключе. И тут какое-то озеро. Афонечка, пожалуйста, не беги, ты видишь, что сейчас в воду сразу, да, без... Камушки можно, да.
Только потихоньку, хорошо? Да, прозрачная вообще. Там глубоко, да? Да сразу уже, да. Там вот это, да? Там уже глубоко? А ты видишь, он потерял? Так хорошо возле воды прям вообще, да? Тут, мне кажется, сыровато, нет? Не подходи только близко, чтобы ты туда не покатился. Знаешь же, сразу туда домой соберемся. Учитесь. А ну. Ближе. Всего-то. Всего-то. И так красиво вообще. Да как? Мне даже особенно смотреть на подъемный кран. Тяжелее, я ну пробую. А ну давай сюда нос. Собачка пошла купаться и не боится. Красивая. Да, что-то может думает, даже и поймает, гля, так ходит, да? Ей жарко. Ну, Гриша. Пошли. Они ушли? А. Пойдем. Цены 50 рублей. Это что, батут, да? 50 рублей. 50 рублей. 100, 100. Колесо обозрения 100 рублей, да? Другой поедем. Давай, давай, только закрываться и сидеть, поняли? Да. Здесь садись до Гриши. Давай, сейчас закрываемся. И сидим. Мы сейчас поедем. А вы потом, да? Давай. Вот тут пошло дело. Пока, Афонь. Сейчас будем подниматься. Сейчас у ермишки пошли. Смотрите, какой тут парк. Не кричи. Вот. Там что-то жилое. Не кричи только, сынок. Привет! Да! Тут еще одна карасинка. Там еще подбираемся выше. Да, как обраудишь с озера. Я не смотреть. Вон еще, видите, куда озеро, да, это? Движется. Мама, сколько кругов? И вон еще, видите, спуск такой. Мама, к ним. Сколько кругов? Ну, один круг. Только один? Да. Боюсь. Ух. Колесо обозрения. Вот почему его назвали так. Ну, обозрение, потому что ты можешь... Обзор. Обозревать территорию. Потому что видно, да. Я сейчас ничего не обозреваю, мне сейчас чуть страхово. Вы же вниз. Получается пятый, а вы в четвертый будете. Афанасий Сергеевич, тебе понравилось? Дети, вам понравилось? Мы увидели. Круть. Странно, когда на вершине. Я страх увидел. Значит, уже будет. Черепашки? Черепашки, вон она. Нельзя. Ну, вода ж там. Вот, черепаха, вот. И вон. Греются, и вон. А, вон они, да, да, да. Вот их прям много. И вон. А, нету. Вон. И вон там. Да, да. Там. А что это значит? Антон Сергеевич. Привет. Антоха любит мороженое, да? Афанасий, а ты куда? А ты просто попала туда камушки?